Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня 18 февраля 2017 года. Я сегодня утром, в 4 часа утра, приехал в Анапу, вернулся в Анапу из Волгограда. Вчера у Маши был день рождения, на который я, к сожалению, не успел. Вот, и сегодня мы находимся в магазине «Катюша», и Маша сейчас будет выбирать для себя подарок. Ну что, Маша, что мы берем? Книгу. Да. Маша у нас такая серьезная, она любит очень читать сегодня. Утром она уже проснулась и прочитала целую книгу. Что здесь? Это не для девочек. Это для мальчиков. Угу. Это тупой нет, да? Закрой этот люк. Чудище. А там что такое? Колдунь. И откроет для сушка. Летучие мыши. Угу. Марусь, ну давай, а где же то, что мы хотели с тобой, то, что ты выбрала? А, Марусь? Маша, а где та книга? А? Так, ну вот нашли эту книгу, которую Маша в прошлый раз выбрала. И вот это. Сейчас мы отдадим ее девушке, она сейчас на кассу. Да. Ну а мы что еще будем смотреть? Ага. Куклы тут всякие. На, сама снимай. Ну чем? Ну ты будешь этот, блогер. Я Волга. На меня наведи. Скажи, вот папа. Вот папа. Да. Не, можно ее вот так вот сделать. Вот. Комментируй. Это кукла. Тут есть ноутбук, телефон, мини-игра. И еще что-то там. Здесь конфеты, здесь кружка, а там фото его любимого. Что такое? Я не люблю этих героев. Хорошо. Вот тут яйца понял. Давай. Следуй за мной. Давай посмотрим, где. Давай. Женя Анисимова, моего одноклассника. Обзор Лего. Что здесь есть? Это Лего Фрэнс. А вот тут. Смотри, лужа. А здесь какой-то новый конструктор. Девичий? Банбао. Да, действительно. Вау. Ну, это для мальчишек. А фокусы какие-нибудь есть? Это что-нибудь, набор этот?
Кстати, а в моей книге требуется. Ну это вот мама говорила про. Не требуется там никакого подготовления, там можно вот это. Специального. Это для хранения проводки. Подожди. Ну вот отдельные. Тоже какие-то, да? Это. Лего. Ну тоже. Утки тут всякие странные. А тут смотри. Первое. Нажми на голову, придвинь. И. Угу. А это? Маша, вот куклы. Вот это по твоей части. Короны. Я не люблю куклы. Ясно. Сколько раз тебе говорить? Ну, не люблю. Вот это дочка. Угу. Самая настоящая, да? Да? Хорошо. Выключаем. А у нас отобрали камеру. Ну, не отобрали. Запретили нам снимать. Так что не жалуйтесь. Это ладно. Это все ерунда. Сегодня в Анапе плюсовая температура. Пока я ездил в Волгоград, тут бушевали метели и были холода, да, Маша? Ага. Вот, ну, Маша довольная уже идет, читает книгу. Это видео у меня будет выложено первым, потому что оно про Анапу, но я снял очень много видео в Волгограде, и вы все там увидите. Я его разобью на несколько частей, чтобы вам было интересно его смотреть, выбирать то, что вам нравится. До Волгограда ехали мы поездом, вот старым вагоном. Билет стоит 1500 и ехать 22 часа. Но поезд идет очень медленно, но тем не менее жили в хорошей гостинице, вернее хостеле. Я его тоже покажу очень, так скажем, подробно, насколько это возможно. Проживание там 350, да, Маша, рублей. Ну а сейчас мы идем. Вот мы с Машей сейчас зашли в Сицилию пообедать, да, Маша? Маруся. Угу. Ну, ждем Наташу и Валю. Сейчас они должны подъехать. И мы тут вот обедаем. Планы наши изменились немножечко. Маше принесли коктейль, и Маше, кажется, нравится. А зачем столько трубочек? Маша, а это что торчит такое? Кефир. Пусть, не надо руками. Но, руки помыты, да. А вот и картошка фри подоспела Маше. Ну вот теперь мы все в сборе. Наш обед закончен. С собой прихватили. А Маша все читала. Маша, интересная книжка? Маруся, книжка интересная? Про что сейчас читаешь совет? Что делать, если предлагают выпить или покурить? О,
очень полезный совет. Ну вот здесь вот располагается Сицилия, по улице Астраханской, 3. Тут же кофейня, кофейня от А до Я, сейчас здесь. Хотите посмотреть, Наташа, как там в чайном зале? Да, там сейчас вот в кофейне сделали чайный зал. Папа, давай вместе будем делать представление для мамы. Хорошо. И для Вали. Я буду только тебе это берем. Все, ну вот мы идем. Наконец-то вся семья, все семейство вскоре даже Валя. И даже Валя. Небо. Да, серое сегодня. Тучки идут. Может быть, снег будет. Это небо. Да? Кто прогноз по погоды смотрел? Валя замерзла, идет съежила. А Маша читает книгу. Легкое. И как, ты уже проснулась? Да. Я покажу.